Здравствуйте, в эфире программа «Званый гость» с главным врачом Волгоградского флебологического центра и Республиканского центра флебологии и проктологии Республики Калмыкия, доктором медицинских наук, профессором Сергеем Ивановичем Лариным. Сергей Иванович, добрый вечер. Добрый вечер. Итак, у нас сегодня тема эфира нашей программы «Лечение заболеваний вен без хирургии». Напомню нашим зрителям, что в эфире работает прямой телефон нашей студии 96-85-86. Звоните, задавайте все интересующие вас вопросы. Сергей Иванович, начнем мы с того, что по основным принципам, по которым строится лечение без хирургического вмешательства, оно наверняка требует каких-то обязательных условий. Расскажите, пожалуйста, о них. Ну, дело в том, что в реальности мы существуем, можем разделить всех наших пациентов на две большие группы. Одна группа пациентов – это пациенты, которые могут быть вылечены окончательно, и если мы используем современные технологии лазерного или там радиочастотного лечения, то мы вылечиваем этих пациентов раз в жизни и, так сказать, позволяем им уже вести обычный образ жизни, не используя никакие дополнительные средства для лечения вен. И есть группа пациентов, которые, к сожалению, мы не можем вылечить и которые нуждаются, к сожалению, в постоянном использовании подобных препаратов, подобных, так сказать, дополнительных средств, физиотерапии или лечебного трикотажа. И именно вот эта группа пациентов, она как раз и требует хорошего знания, правильного выбора вот этих, так сказать, скажем, ингредиентов основного успешного лечения. И, собственно, об этом мы и хотели поговорить. Хотя и первая группа пациентов тоже, если она, например, оттягивает процесс эффективного лечения, требует постоянного ношения лечебного трикотажа, использования специальных таблеток, которые бы позволили предотвратить в этом случае развитие осложнений. Если мы говорим о том, что анатомия венозной системы, она представляет собой сложнейший механизм, функционирование которого, конечно же, зависит от того, как он эксплуатируется. Он подвержен износу, к сожалению. Вот что же продлит полноценную работу и отсрочит неприятные симптомы? Дело в том, что, конечно, самым главным симптомом при заболевании вен и нижних конечностей является такой симптом, как отеки. Когда возникает избыточный объем жидкости в нижних конечностях. Причем этот объем может варьировать в довольно большой степени. И именно борьба с этим отеком, а отек на самом деле приводит к целой цепочке таких дополнительных изменений в системе кровоснабжения ноги, и не только ноги, но и целом организма человека, который может сказываться в дальнейшем на различных других системах. Вот, например, если мы видим, что у пациента имеется выраженная варикозная болезнь и большой объем крови задерживается в ноге, не принимая участия активное в движении через сердце, через легкие, не обновляясь в течение суток, то этот объем рано или поздно скажется у пациента, у этого пациента на, например, артериальном давлении. То есть уже стоит на этой стадии забить тревогу. Конечно, при отеках. Да, и, например, то же самое, мы знаем, что количество инсультов у больных, инфарктов у больных с варикозной болезнью выше, чем в среднем у человека, у которого данного заболевания нет. И это связано с тем, что имеются скачки давления, которые связаны с тем, что когда человек ложится в состоянии покоя в постель, этот объем крови из ноги вытекает к сердцу, вызывая дополнительную перегрузку к сердечной мышце, тот, которого не должно быть в норме. И поэтому отсюда мы и говорим, что для того, чтобы сделать жизнь таких пациентов более стабильной, меньше подвергать их риску подобных вещей, мы должны использовать дополнительные нехирургические методы лечения хронической венозной недостаточности, заболевания вен, для того, чтобы продержать их какое-то время в оптимальном состоянии, угу, либо до лечения, либо сделать так, чтобы их жизнь была более-менее, так сказать, ну, не нарушался качество, да? Жизни. Да. Сергей Иванович, мы только начали беседу, но у нас уже у зрителей появились вопросы. Пожалуйста. Готовы на них ответить. Да. Итак, вы в прямом эфире. Здравствуйте. 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 У меня к доктору такой вопрос. Меня зовут Евгения, мне 59 лет. И у меня в последнее время стали появляться, я так думаю, признаки варикоза.
Вот я вас послушала, у вас, вы говорите, что отеки. Отеки у меня, если говорить, то очень небольшие. Но на икрах с задней стороны появляются маленькие синячки. Вот. Вот так внешне ноги вроде бы не деформированы. Но вены стали просматриваться, то есть они, их видно стало. Вот. Скажите, пожалуйста, можно ли вот еще в таком состоянии полечить ноги медикаментозно, без операции? Да, это возможно, возможный вариант. И здесь я бы не стал, знаете, сразу выдавать вам по телевизору целую, так сказать, последовательность действий. Потому что на самом деле вот эти симптомы, которые вы описываете, и даже появление мелких вен на ногах, часто являются признаками других проблем со здоровьем, нежели проблемы с венами. Как правило, все-таки венозная патология проявляет себя отеками. И если вы имеете расширение мелких капилляров или мелких сосудов на ногах, но при этом не наблюдаете выраженных в достаточной степени отеков, то следует задуматься и поискать еще причины появления этих расширений. Потому что довольно часто такие синяки на ногах и такие расширения вен сопровождаются еще болями в позвоночнике, и это может говорить о том, что имеются признаки так называемой дорсопатии, то есть боли и изменения внешнего вида ног в зависимости от плотности костей. И эта плотность костей говорит чаще всего нам о том, что необходимо предпринять меры, которые бы противодействовали потере плотности вот этой костной массы, особенно позвоночника, и таким образом избавить человека от появления вот таких, так сказать, скажем, симптомов. Поэтому, подводя итог к вашему вопросу, я скажу следующее, что все-таки полноценно ответить на этот вопрос можно только после ультразвуковой диагностики, качественной ультразвуковой диагностики, которая позволила нам расставить точки над «и», и тогда бы я уже, ну или я, или, так сказать, другой качественный специалист мог бы вам четко описать необходимые меры консервативного лечения. Потому что, если я сейчас скажу, что носите чулки или там бинтуете ноги, это было бы совершенно неправильно, потому что в вашем случае, может быть, это совершенно не нужно. Вот поэтому ответ будет такой. Сначала сделаем обследование, а потом дальше уточняем диагноз и дальше назначаем необходимую терапию. Собственно, сам вопрос этот вызвал еще один последующий вопрос с моей стороны. Если мы уже говорим о целостной системе организма, необходим, соответственно, комплексный, последовательный подход. И к этой проблеме кровеносных сосудов нужно применить какой-то алгоритм действий. Вот с чего в первую очередь начинаете вы как врач? Ну, поскольку я уже давно достаточно работаю, и я достаточно хорошо знаю свою группу своих пациентов, и соседние, смежные проблемы, которые могут вызывать очень похожие симптомы, то, конечно, я начинаю прежде всего с анализа жалоб наших пациентов. И если пациенты говорят мне о том, что у них имеются болевые ощущения в ногах, чувство бегания мурашек, покалывания, какие-то чувства ломящей неопределенной боли, ночные судороги, то, конечно, я понимаю, что такие пациенты нуждаются в обследовании. И здесь, конечно, на помощь нам приходит качественная ультразвуковая диагностика. Мы проводим это обследование обычно всегда в состоянии пациента стоя. Вертикально, так сказать, положение тела. Мы всегда даем тесты специально нагрузочные на вены, потому что именно в активной фазе этого теста мы можем выявлять состояние клапанного аппарата. А значит, мы можем ответить четко на вопрос, является ли данный перечень тех жалоб у пациента и даже внешних изменений на ноге и признаками хронической венозной недостаточности, заболевания вен, или это симптомы похожего состояния, но связанные, например, с проблемами позвоночника или проблемами аллергического характера. Даже так? Да, даже так. Поэтому вот отсюда это очень довольно частое явление. Вот у меня была недавно больная в калмыцком центре, которая жаловалась на появление красных синюшных пятен на ногах. И этот диагноз никто не мог поставить. Но когда мы выяснили, что у него холестерин 11 ммоль на литр, то есть в 3 раза практически превышает норму, стало понятно, что холестерин, оседая в ногах, вызывает аллергическую реакцию и формирует вот подобное воспаление на коже,
который может маскироваться под, например, тромбофлебит у пациента. То есть это как микрокровоизлияния подкожные, а они, то есть, маскируются таким образом? Нет, это не кровоизлияние, это реакция организма в ответ на оседание холестерина. То есть она выглядит какая-то аллергическая? Такая, да, аллергическая реакция замедленного типа. И вот отсюда мы и говорим, что в этих случаях мы должны более всегда аккуратно и детально таких пациентов обследовать. И тогда мы можем ответить на самые сложные вопросы. Но современные технологии и техника, они уже позволяют диагностику провести достаточно быстро и достаточно точно. Да, однозначно. Можно сказать, когда я начинал только свою лечебную практику, это было 36 с лишним лет назад, то я был первым, на самом деле, врачом, который привез в город Волгоград и в область первый ультразвуковой аппарат, который мог исследовать сосуды. Внедрили инновации. Да, это были тогда довольно простые, в общем-то, очень простые аппараты, но они позволяли проводить анализ движения потока крови на слух. И да, и можно было, так сказать... Хоть какая-то, ну, помощь, да? Ну, это была реальный, так сказать, прогресс, потому что можно было померить давление на слух в этих сосудах, можно просмотреть, были отдельные сосуды, их поток крови, направление потока крови этими аппаратами. И хоть мы и не видели, как это все выглядит внешне. Это сейчас мы уже с вами снимали, да, программу и видели, что картинка уже искрится, она переливается всеми цветами радуги. Совершенно точно. То есть мы видим потоки крови, мы видим клапаны, мы видим, как это кровь движется, куда движется. Но тогда этого не было. И вот именно с таких простых вещей постепенно мы дошли уже до диагностики, которая сравнима в те времена была разве что только с рентгеном, с рентгеноконтрастными методами, когда мы вводили в вены там, специальные препараты окрашивающие и могли сделать какие-то снимки. Сейчас этого не нужно. Что ж, Сергей Иванович, у нас настолько животрепещущая тема, что у нас очередной звонок в студию. Пожалуйста. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Можете задавать вопрос. Добрый вечер. Здравствуйте. Можно вопрос задать, Сергей? Конечно, можно. Пожалуйста. Даже нужно. Да, спрашивайте. Добрый день. Сергей Иванович, вот у меня мужа атеросклероз, сказали, артерии нижних конечностей. Это вот от чего может быть? Ну, атеросклероз артерий нижних конечностей – это проблема обмена веществ. Многие думают, что это хирургическая проблема. На самом деле, это только отчасти так. Хирурги лечат атеросклероз эффективно только в самых уже крайних случаях. И то можно сказать, что эффективность лечения атеросклероза, она хирургическая, не так высока, как хотелось бы. На самом деле, атеросклероз – это наложение бляшек холестериновых на сосудистую стенку, который постепенно сужает просвет сосуда и вызывает нарушение притока кислорода к мышцам ноги. Поэтому атеросклероз в первую очередь нужно лечить двумя способами. Нужно стараться нормализовать холестерин у пациента, сделать кровь более текучей, жидкой. И второй важный момент – нужно заставить, нужно убедить этого пациента принять такие меры, которые бы помогли развить ему новые сосуды, обходящие суженные атеросклеротическими бляшками участки. А для этого крайне важным является активная позиция пациента, то есть ежедневная дозированная ходьба с остановками, но постоянная нагрузка на ноги. Потому что многие больные с атеросклерозом ошибочно перестают двигаться, потому что им больно ходить. Но на самом деле это большая-большая ошибка. Поэтому, если вы сейчас меня слышите, то обязательно убедите своего супруга, что он должен ежедневно в течение 45 минут часа двигаться. И вот это является одним из простейших, но в то же время самых эффективных методов лечения атеросклероза. Но если вы хотите более детально узнать, как это все лечится и как это нужно сделать так, чтобы пациент не попал к хирургам на стол, конечно, нужно обследование и консультация.
Спасибо огромное за ответ. Пожалуйста. Спасибо огромное нашему зрителю за вопрос. Да. Я, знаете, Сергей Иванович, вот слушая ответ на этот вопрос, я снова и снова убеждаюсь, что движение – это жизнь, первый пункт. А второй пункт – это то, что организм – это все-таки саморегенерирующаяся, хитрая система. Ведь даже нейронные связи в мозгу человеческом, а здесь в венозной системе, обходят те купированные участки. То есть это фантастическая воля к жизни самого организма. Ну, вы наблюдаете за этим каждый день, я понимаю, наверное, вам это уже не удивительно. В общем, это так. Действительно, вот когда мы говорим о развитии болезни, то мы всегда должны принимать в расчет одну важную вещь. Врач часто не может остановить развитие болезни, но он может создать условия, которые организм использует для того, чтобы обойти и компенсировать эти, так сказать, возникшие болезненные какие-то элементы, поврежденные участки стенки сосудистой. И здесь важно выстроить четкую систему. И часто это даже не таблетки, часто это даже не какой-то лечебный трикотаж, это просто особая система тренировок, например. Ну вот, кстати, по поводу способов лечения давайте поговорим с вами после очередного звонка в студию. Очень приятно. Добрый вечер. Можете задавать свой вопрос, вы в прямом эфире. Алло. Здравствуйте. 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 Я Добрый Сергей Иванович, перед тем. Мы вас слышим. Мы вас прекрасно слышим, можете задавать свой вопрос. Спрашивайте, что вы хотите. Я хотела такой вопрос задать. Угу. Я вот это пометить. Нет, мы слышим вас хорошо. Говорите. Я хотела вопрос такой задать. Я ровно год назад сделала операцию на тазобедренный сустав левый. Аж какую операцию? Я сделала бы операцию на тазобедренный сустав. Понятно. Год назад. У меня проблема начиналась, видно, когда уже боли начинались, поэтому все шло. У меня на косточке внизу и до колена начали капилляры тянуть назад. Угу. Вот. Я, в принципе, слежу с вами, хотя у меня диабет второго типа, но я сахар держу в норме, давление у меня в норме. Угу. Холестерин я держу в норме, я в норме. Угу. Но она как-то увеличилась у меня, ну, по размеру. И вот эта синюшность, и вот эти капилляры, особенно где косточка внизу, прям до пальцев. Угу. Но, не знаю, я все-таки думала, что это операцию сделаю и будет проходить. Угу. Ну, оно полегче, конечно, стало. Мне футболок был у нас, он сказал, пейте то-то, 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 и сегодня, и так все, сейчас бинарус пропиваю, люди полегче. Понятно. Как вас, я прошу прощения, как ваше имя, отчество? Подождать операцию какое-то время. Имя, отчество как ваше? Напомните мне. Я ноги поднимаю, но все равно она у меня увеличенная нога, и вот это вот синюшность. Да. А как ваше имя, отчество? Имя, отчество. Подскажите, как вас зовут? Ну, у меня еще проблема с позвоночником. Может быть, это тоже, как вы говорите, действует. Да. Мне к вам обратиться или, может быть, подождать после операции еще какое-то время? Слушайте внимательно. Вот замена тазобедренного сустава – это частный случай лечения возрастного изменения опорно-двигательного аппарата. То есть ваш опорно-двигательный аппарат, который состоит из позвоночника, костей, суставов, плюсневых костей, пяточных костей, плечевых суставов, это все вместе у вас постепенно подвергается старению. Так же, как у многих других людей, впрочем. И местно, локально в этом суставе, в котором вам заменили, этот процесс достиг уже критической точки. И когда вам этот процесс замены сустава произвели, но основной процесс старения костей никто не лечил и не лечит сейчас. И поэтому вот эти процессы, которые привели к изменению в суставе, они остались и будут, к сожалению, прогрессировать. Как вы говорили, в позвоночнике, как мы говорим сейчас, так сказать, в других костях, в коленных суставах. К сожалению, эта операция не решила главного, она не решила улучшения обмена веществ в костях. Улучшение самой костной массы, которая с возрастом, к сожалению, постоянно у людей падает. Поэтому именно вот эту задачу нужно решить на этом этапе. И тогда ваше состояние будет лучше. И появление капиллярной сетки опять же является симптомом
именно того, что эта проблема не решена. Она, так сказать, остается и прогрессирует у вас. Поэтому я бы советовал однозначно обратиться и начать терапию, направленную на лечение остеопороза, вот именно той причины, которая привела сейчас вас к операции по поводу тазобедренного сустава. Потому что, еще раз говорю, у вас есть еще и второй тазобедренный сустав, есть огромное количество суставов, которые вы все в жизни не поменяете. И это очень важно понять вовремя и направлять на эту терапию. А сама терапия, она не является сложной. Она является, на самом деле, хорошо отработанной уже методикой и дает отличные результаты, если человек последовательно выполняет наши рекомендации. Сергей Иванович, в силу, наверное, нашей человеческой природы, мы хотим бы, чтобы у нас вылечили сразу, здесь и сейчас. Существует ли волшебная, в кавычках, таблетка, лечебный трикотаж, мазь, которые помогают всем без исключения? Конечно, можно сказать, что волшебной таблетки не существует. И когда мы говорим, например, о лечении хронических заболеваний вен, то я хотел бы сейчас в этой передаче, пользуясь случаем, что ее смотрят, как мы видим, активно, очень активно, сказать несколько важных моментов для наших телезрителей. И главным моментом я хотел бы выделить следующее. Существует две группы лечебных средств, которые помогают нам предохранять наши ноги от отеков, от венозного застоя, предотвращать развитие тромбозов, воспаление подкожных вен, тромбофлебитов. И эти две группы, они делятся на лекарственные препараты и на лечебный трикотаж. Лечебный трикотаж делится на бинты различного типа и на чулки и колготки. То есть внутреннее и внешнее воздействие, по сути, получается. Да, внутреннее и внешнее воздействие. Так вот, я хотел сказать одну важную вещь для наших пациентов. Отношение эффективности таблеток и лечебного трикотажа 1 к 20. Гораздо эффективнее является лечебный трикотаж. В 20 раз он эффективнее. И он дешевле, по сути дела, чем, так сказать, использование лекарственных средств, которые активно рекламируются по телевизору часто, и там в интернете, и в аптеках. Вот поэтому, когда мы говорим о лечении проблем с венами, пациенты должны четко знать, что лечение с помощью обычных бинтов эластичных будет гораздо эффективнее, чем с самыми современными таблетками. Сергей Иванович, нашу беседу прерывают, но это даже и намного интереснее, потому что люди заинтересованы. Очередной звонок в студию. Очень хорошо. Добрый вечер, вы в прямом эфире, задавайте свой вопрос. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотела задать вам такой вопрос. Вот скажите, пожалуйста, после операции остаются какие-либо следы? Ну вот, операция, например, операция по поводу варикозной болезни? Да. Вот если мы используем... Значит, здесь важный момент следующий. Варикозная болезнь, она бывает разной стадии. И по-разному внешне проявляется у человека к моменту лечения. И мы делим лечение варикозной болезни на две большие задачи. Первая задача – это лечение болезни как болезни. То есть мы лечим с помощью лазера совершенно малотравматично, прошу прощения, варикозную болезнь через один прокол. И, конечно, от этого прокола не остается никакого следа. То есть вы не найдете ни разрезов сейчас на ногах у наших пациентов после лечения варикозной болезни. Вы не найдете никаких шрамов, не найдете ничего такого, чтобы указывало, что человеку была произведена какая-то операция. Это первое. Но эта задача решается с помощью лазера или радиочастотного нагрева. Но задача вторая – косметический внешний вид ноги. И вот здесь лазер не может помочь на 100%, потому что отдаленные расширенные ветки, если варикоз уже запущенной стадии, лечится уже с помощью склеротерапии, или мини-флебоктомии, или лазеротерапии капилляров. То есть здесь требуются дополнительные уколы склерозирующих препаратов, и это может приводить к потемнению, прошу прощения, временному, но потемнению, которое может сказываться на внешнем виде ноги. И вот это потемнение как раз и зависит его степень от, например, структуры кожи. Кожа бывает тоже разных типов. Зависит от склонности пациента к каким-то аллергическим реакциям и так далее. Это не бывает ужасно, это не бывает на всю жизнь, это проходит, но в
все-таки это не исчезновение всех вен вот просто по щелчку за секунды. Поэтому в зависимости от типа варикозной болезни какие-то остатки от вен, которые были у пациента, могут либо оставаться, либо не оставаться. Если варикоз ранней степени, нет большого дефекта внешнего, все пройдет быстро и мгновенно. Если это огромный варикоз с огромными узлами, потребуется время, чтобы он, так сказать, не оставил уже никаких следов. Но от самой манипуляции, от хирургической манипуляции с помощью лазера, следов точно не остается. Сергей Иванович, мы ответим еще на один звонок сразу же. Конечно, пожалуйста. Добрый вечер, задавайте свой вопрос, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемый Сергей Иванович, мне бы хотелось задать вопрос возраст варикоза. Насколько нужно быть внимательными и бдительными молодым девочкам, потому что очень часто сейчас слышу ситуацию о том, что во время первой беременности, первых родов возникают проблемы с внутренним варикозом. А вот все-таки варикоз молодеет, и как помочь юному поколению, будущим мамам, сберечь свое здоровье в этом направлении? Какой интересный и важный вопрос. Да, вопрос очень актуальный и, значит, действительно очень интересный. Значит, первый важный момент. Варикозная болезнь все-таки это болезнь наследственная, и нужно внимательно изучать своих родственников, чтобы быть как бы в курсе возможных, не обязательных, но возможных проблем с венами в виде варикозной болезни. И когда мы можем определить реально, есть у пациента, у молодой девушки болезнь этих, так сказать, расширенных вен, есть ли вероятность развития при беременности, и мы это обычно для себя определяем в возрасте пубертатного периода. То есть, когда из девочки маленькой превращается в девушку, молодая, так сказать, девушка, уже в возрасте 14 лет, 16 лет, может быть обследована. И уже можно у нее точно с вероятностью процентов 95 сказать, будет ли у нее развитие варикоза в будущем, особенно при беременности. И нужны ли ей меры профилактики в этом случае. Поэтому, если наследственность все-таки в наследственности есть какой-то дефект, то лучше это обследование молодой девушки проводить в как можно раннем возрасте. Это первое. А второй важный момент, если мы все-таки установили, что такой дефект клапанов существует, и он потенциально даже внешне пока не проявляет себя, но потенциально приведет к развитию варикоза, особенно при беременности. Потому что при беременности ситуация с венами бывает часто очень плохой. Резко увеличивается венозный застой, резко расширяются крупные... То есть резкое ухудшение идет. Да, резко идет, а нагрузка на вены бывает во время беременности колоссальной, огромной. И здесь, конечно, как я уже сказал, вот в середине передачи, крайне важным является раннее ношение эластичного трикотажа определенной плотности. Мы, как правило, говорим о второй классе компрессии, где-то от 20 до 30 мм тутного столба. Именно вот этот трикотаж позволяет в период, вот сложный, так сказать, период женщины, когда у нее или, беременность развивается или какие-то физические нагрузки, сохранить вены в более-менее, так сказать, нормальном рабочем состоянии. Да. Сергей Иванович, у нас еще один звоночек, остается ровно времени на него и ответ на него. И нам уже, к сожалению, придется попрощаться с вами, но всего лишь на неделю. Ответим еще на один звонок, да? Добрый вечер, вы в эфире, задавайте вопрос. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Сергей Иванович, у меня такая проблема. У меня очень болит коленный сустав, и с помощью ходунков я передвигаюсь даже под дому. На улицу уже не выходила порядка полтора года. Я хотела бы выяснить такой вопрос. Мне предлагают замену коленного сустава. Но на вашем сайте я прочитала о том, что у вас есть альтернатива лечения. Но для того, чтобы удостовериться, в каком состоянии сейчас мой сустав вообще находится, возможно ли ваше лечение, я хотела бы выяснить от вас вопрос, потому что мне нужно будет вам попасть, но я постараюсь. Нужны ли рентгеновские снимки на консультации к врачу, или это возможно в вашей клинике сразу сделать и снимки, и провести консультацию? Мне кажется, в вашей клинике возможно все. Нет. Да, мы, конечно, занимаемся коленным суставом, хотя это, конечно, не является моей профильной как бы специальностью хирургической. Вот. Но я хочу сказать следующее по этому поводу.
Конечно, нам нужны рентгеновские снимки. И нам нужно описание этих рентгеновских снимков для того, чтобы полноценно проводить консультацию. Мы проводим больным чаще всего у себя не рентген, потому что рентгена нет в нашей клинике. Мы проводим ультразвуковое обследование, которое позволяет нам определить, воспален сустав или не воспален в данный момент. То есть нужно нам применять для лечения сустава противовоспалительные какие-то средства и таким образом повысить эффективность лечения. Но есть важный такой момент, я прослушал до конца, не услышал очень важную информацию, вот, которую вы должны были для меня донести, чтобы я ответил вам с такой высокой долей уверенности. Да? Вот если у вас сустав, ось сустава изменена, то есть, образно говоря, сустав – это две кости, они стоят ровно одна на другой. Если сустав изменил свою ось вот на такую ось или вот на такую ось, любые консервативные мероприятия, как правило, бывают неэффективны. Вот только если ось сохранена сустава, имеется воспаление там, имеются какие-то проблемы, но ось сустава четко, так сказать, сохранена. В этом случае эффективность консервативного лечения может быть сравнима, ну, относительно сравнима с какими-то хирургическими манипуляциями. В реальности, поэтому если вам поставили, у вас третью или четвертую стадию деформирующего артроза коленного сустава, то наши консервативные мероприятия, они не смогут, например, заменить вам хирургического лечения, то есть замены этого сустава. Но они помогут провести, например, эту замену с большей гарантией хорошего послеоперационного периода, сделать, укрепить ваши кости и предотвратить деформацию других участков опорно-двигательного аппарата, таких как позвоночник, суставы тазобедренные, голеностопные и так далее. Поэтому я не знаю, нужно вам приходить к нам или не нужно для решения вопроса о хирургическом лечении, но вот вы должны понять очень важный момент, что сустав – это всего лишь часть опорно-двигательного аппарата, это тоже требует коррекции. То есть одной хирургии эту проблему не решить никогда. Сергей Иванович, ну сегодняшний эфир стал у нас шквалом звонков просто. Ну, очень приятно. И это доказывает только одно, что ваша помощь необходима многим. Спасибо вам огромное за профессиональный ответ и компетентную оценку по данному вопросу. Сегодня, я напомню зрителям, мы обсуждали вопросы лечения заболеваний вен без хирургии. Мы с вами надолго не прощаемся. Ровно через неделю мы встретимся в студии телеканала «Волгоград-1». Всего вам доброго. Спасибо за вопросы. Счастливо, не болейте, дорогие телезрители.